Ну что же, здравствуйте, мои маленькие любители кулибины. Не пугайтесь, но это снова я, мое имя Виктор. И это, в общем-то, представление мастерской «Скала», как бы оно странно ни звучало. А это очередное мое, скажем так, изобретение, а точнее нежелание работать руками, когда они заняты работать, собственно говоря, скажем так. Вот. Но если кроме шуток, любой из гарванистов знает, каково это взбалтывать, рекомендуемо по инструкции, различные баллоны. Будь то лак, будь то краска, будь то эмаль, будь то графит, да все что угодно. 3 минуты, 5 минут, 7 минут, там, здесь, тут. Получается, что, в общем-то, геморно. И тогда было принято решение, чтобы время не тратилось, чтобы, как говорится, жизнь продолжалась, вот сделать вот такую вот штуку. В буквальном смысле, как это и всегда, из подручных материалов. А именно, был взят, соответственно, старый светильник, настольная лампа на прищепке, вот на такой вот. К нему прицеплен кусок канализационной трубы, пятерочка, 50 мм. Туда был встроен регулятор оборотов с Алиэкспресса и двигатель от старого шуруповерта. Здесь на конце вот такая вот скоба, которая держит саму вот эту вот трубу. Ну и баллон в данном случае. На патрон был насажен вот такой вот переходничок, тоже с Алиэкспресса. У него уже гайка на гайку, болт, и все в таком духе, в общем, в последовательности. Ну и, соответственно, все это было собрано, тестировано, питается от блока. Сейчас покажу вот такой вот блочище. Взял специально вот такой вот мощный прямо, чтобы, ну и тяжеленный, конечно, для того, чтобы точно не сгорел, как вот эти вот зарядники для мобилок, для телефонов. Вот здесь вот как раз-таки огромная там намотка медная, и он не боится нагрева, не боится нагрузки. 10 вольт, 1000 миллиампер, то есть это вполне хватает для такого вот движочка. Даже более чем, потому что этот двигатель тоже старый, от очень старого и надежного шуруповерта, то есть с этим движком я могу уверенно сказать, что ничего не случится, собственно говоря. Вот. Ну и все, и когда, допустим, собираюсь покрывать лаком, я не трачу время, занимаюсь своим делом, включаю эту беду. Можно ускоренно делать, можно уменьшить, чтобы шарик шумел. Ну и вот, в общем-то, понеслось. То есть режим найден, шарик шумит, дело идет. То есть примерно вот так вот. Поэтому всем, кому понравилась идея, ставьте лайки. В общем-то, я всегда собираю спонтанно, по мере необходимости, из того, что под рукой. Под рукой было много вот этих вот регуляторов, под рукой был патрончик от старого проекта. Естественно, канализационная труба, я теперь делаю только из них корпуса, как бы это ни звучало банально, но это лучший на сегодняшний день пластик, который выдерживает все. От химии до физики, от физики, как говорится, до механики, скажем так. И все мои сейчас вот самоделки абсолютно все вот в этих корпусах. Круто, просто круто. Плюс они еще трансформеры. Вообще, как это ни странно, первый вариант вот этой вот фишечки, он у меня планировался вот так вот. То есть, опять же, это 110-я посадка для трубы. Сюда входит 50-я труба, сюда входит уголок 50-й трубы, там движок, и она, то есть, по кругу меняет положение, тоже небольшая диагональ. Но я ее сделал, но стало муторно искать центр тяжести вот этого вот баллона в данном случае, потом по той простой причине, что она падала. Несмотря на то, что я ее огружал, ее бы пришлось фиксировать в столу. А потом мои глаза упал просто мой светильник над компьютерным столом. Опачки! Даже цвет вдохновил. Вот, поэтому вот сделал такую вот фигню. Но очень скажу полезное. За каких-то вот 3 минуты взбалтывается любая жидкость настолько, что просто удивляешься, как там еще пена не идет. Баллон становится ледяной. И вообще все классно, в общем, начинает работать. Вот бывает, когда нестабильное напряжение. Вот видите, он сейчас сам раскрутился до большей степени. Вот я заметил, кстати, как напряжение у нас поднимается, все, он начинает больше раскручиваться. Кстати, тоже прикольная фишечка.
Да, можно вот такой режим делать, допустим. Вот это самый оптимальный. Вот я его ищу, потом хочу вот сюда вот сделать пометку и врубать. Наклон вот такой вот самый лучший. В общем-то, вот все, что хотелось показать. Кому понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии. Кто захочет повторить, пожалуйста, ссылку делайте на наш канал. Я думаю, это законно, скажем так, разумно. Пока-пока.